Село Овсянка. Час дня. Вот такое солнечное село. Оттуда сейчас придет электричка до Красноярска. Какой-то пожар на Платинум арене, а видимость такая, что даже дыма не видно. Вот как-то так. Ну и мост через реку Енисей. Ну вот, 28 рублей в данный момент и полчаса времени. И я на предмостной площади ЖД вокзала в городе Красноярске. Это вот новые дома на бывшем заводе комбайновом. А это вот площадь. Вот в таком вот она виде. А это Леруа Мерлен, около планеты, где я покупаю по привычке строительные материалы. Хотел купить пену, но она здесь на 200 рублей дороже, чем в магазине около дома. Но зато мне удалось купить гвоздей за 63 рубля килограмм, сотка. Ну и теперь главная цель моего путешествия, ради чего я подорвался сегодня, город Красноярск, клуб «Гиревик», соревнования по гиревому спорту, Ленина 133. Забавно, сейчас посчитал, что последний раз я на соревнованиях по тяжелой атлетике был 45 лет назад. Да, давайте, вот ребята, которые в дисциплине дворевой, они, ну, более-менее Готовятся спортсмены у нас 5-го потока.
Васильевич, Валерий, Мушинов, Дмитрий, Козырь, Володя. 26.